Еще одно напоминание о прошедшем накануне празднике 8 марта. В Международный женский день активисты клуба «Веломытищи» организовали поздравительную акцию. В центре города, на Новомытищинском проспекте, мужчины с цветами и открытками поздравляли мытищинских женщин. Среди пожеланий, которые звучали в адрес представительниц прекрасной половины человечества, было в том числе и предложение вести активный и здоровый образ жизни, вступать в ряды мытищинских любителей двухколесного транспорта и непременно с приходом тепла пересаживаться на велосипеды. Стоит отметить, что на подобное предложение многие девушки реагировали позитивно. Милый мой, сколько я, если бы я не занималась этим велосипедом, я столько бы не прожила. Вот. Золотые слова. 81 вот год. Привлекайте своих родственников, знакомых, соседей. Вы знаете, мытищины-то были наши, вы свободные были. Я приехала в 72 году на Новомытищ, там не было этого города нашего. Я как сяду. Праздником вас здоровья. Сами даже приходите к нам. Я люблю. Скажу вам честно.